Луку не жалей, там, если тебя будут зажимать. Все, погнали. Сейчас все слева находимся. Юра помогает там, Дима на ту сторону, я на эту. Да, я центр простреливаю, а Дима тупо бегает. Тишина. Вы чьи-то будете? Да, скорострельность-то, блядь. Я себе просто и руки, эту повязку другую поставил, и руки, а то у меня стояло-то не на эту. Все, теперь у меня и скорострельность улучшилась, сейчас сразу и перезарядка. Легион. Верджил, блядь, очень близко по говну пробежал. Ух, говну, ну чё. Не, папа тоже должен был пробежать. Парниша был рисковый, чуть штопором не пошел. Все, там, вспоминай свою тактику, как ты там все делал, чтобы этой проблем не было. Там замечательно у тебя так все было в прошлый раз. Я ждал, когда эта лужа рассосется, в ней, блядь, все патроны лежат, главное, блядь, суки. Минус один минотавр. У Юрика в конфлюкс ушел один чувак. Ну, у меня их очень много было, они пригорели просто. Я понял. Так, минотавра первого вижу, уничтожаю, блядь. Два даже. Блять, сука, не добил немножко. Ага, все нормально. Под контролем. Так, Диме немножко помогу там по диагонали.
знаю, у меня там еще не Минотавр был. Тут еще кто-то. Ой, блять, еще один Минотавр. Ставь купол, если не уверен. Двое было. Так, уходим. Понятно. Фанатики — это единственные, кто не исчезают. Так что... Ну, это понятно. Кто-то, блядь, привязался, но не идет, блядь. Блядь, такое ощущение, что здесь то ли купол, то ли что было, блядь. Чувак, это не единка, я там уложил. А-а-а, нахуя спрашивается? Без предупреждения, ты такую хуйню делал. А чё? Да-да, у тебя ничего же не нарушается. Я такой, блядь, неужели я купол поставил, блядь, понимаешь? А-а-а. Я в Гале в этот момент был. Как бы. Вот бы я бы сейчас... уебал. Ну, трухал. Короче, все то же самое. Как я всегда говорю здесь. Юра, у тебя уже есть чуваки. Здорово, блядь. Мне надо Галю сажать, так, блядь, еще загрузка долгая такая, блядь. Блядь, нихуя, у меня проблема. Блядь. Срывающиеся хуйни. Блядь, зашли ко мне в купол. Я там тебе вроде как это даже да, помог. Спасибо, мне. Ты мне это. Да, оттолкнул двоих как минимум. Да кто там на радаре слева, блядь? Да у меня тут знаешь сколько народу, блядь? Ох, ебать. Я чуть в говно не встал. У тебя рассыпалось уже, если что. Что рассыпалось? Давно уже рассыпалось, я говорю. Можешь в куполе находиться. Не, у меня там это... В другом месте говно выпало. Ебать, тут просто металл прет. Прям, они прям на пули лезут. Прям... Давай нахуй. Прячься. Минотавр идет на твою сторону, я сейчас попробую его задамажить. Задамажил на пол энергии. К тебе придет Минотавр сейчас. Кому? К Диме. Да, рассосалось. Да, уходим-то. Как обычно. Ясно. Я только не понял, почему эти не исчезли, пидорасы. Нет, не буду бежать, ебаный в рот. Как он стал мух. Я могу и здесь купол поставить, то что тут, блядь. Не, пока не надо. Арбом, блядь, перекрой, чтобы он не открыл полностью. Я понял. Реально пиздец, а. Охуеть, они не исчезли, блядь, ни гоблины, никто, блядь. Охуеть, блядь, вообще. Так можно было? Хуй знает. Я ем Галю. Приятного аппетита. Я искал уже. Спасибо, было зачет. Может быть, ты даже зря это сделал? Почему? Потому что это все уже. Я в курсе, что это все. Ну, да вдруг, ты... блядь. Ну да. Сейчас мы, если что, он вызывает ораклов, мы вайпаемся, и все нормально, мы будем делать уже обдуманно. Да, вайпаем. Можно вайпаться. Сейчас он вызовет, ладно, чтобы не объебаться. Я понял. Да, дестрой за оракл, все, можно вайпаться. Да не, мы уже это... Ну я запишу, ладно. Просто